буду я тебя снимать, если побежишь? Дай я посмотрю, как я выгляжу. Я это вырезать тогда ну не буду. Ну нет, вырезать. Что думаете? Я думала, ванну помою, пойду отдыхать. Ага, сейчас. Не с моей сестрой. 20 градусов у нас сегодня. Да, я куртку взяла. Блин, а где вот остальные гортензии? Неужели они не принялись? Надо было мне колышки забивать на маленькие. Ты уже как эти есть? Профессиональные садоводы. Да, огородники. Мне, колышки забивать. А смотри, твои эти гиацинты, как классно. Но их надо кучковать, чтобы в этом. Я рассадила вот эту вот. Что там за дети? А, дети играют. С кем играете, пацаны? Смущает, подумает, чуть-чуть от нас хочет. Наши соседские дети, наверное. Ну, наши соседские вот напротив, потому не знаю, потому что для Эдика детей они сильно светлые. У нас соседи такие хорошие. И у Эдика уже трое детей, вроде пацан молодой, уже многодетный папаша. Трое детей тоже ж многодетная семья идет, да? Да. Все, мы на верхний рынок. Карина хочет себе хосту. Цветную хочет хосту. Ну, цветную, да? Двухцветную. Ну, короче говоря, мы едем за хостой. Вышли за хостой, а тут такие запахи. А деньги не взяли. Ну, взяли только на цветок. А уже хотим где-нибудь приземлиться, чай попить. Сейчас побежала в машину, денежку возьмет. Просто такие запахи, невозможно просто пройти мимо. Сейчас где-нибудь чай с чем-нибудь вкусненьким приземлимся, покушаем. Музыка. Ой, в принципе, не видит, главное, меня. Деловая такая. Так, нужно же цены все узнавать. А в какой цены морковка? 8 тысяч. А лук? Морковка 60, лук 80. Яблоки по 100, а тут лук тоже 50. Клубнику возьму. А чья клубника? Турецкая? Турецкая? Дайте килограмм. Ну, как пахнет. Да, да. Авокадо. А авокадо в какую цену? Авокадо 200 рублей штучка, они просто большие. А редис в какую цену? Редиска 140 килограммчик. 140 килограмм. Спасибо вам. А груша в какую цену? Конференция 400, грузинская конференция 250. И вот эти 250 рублей. А гранат? 300 рублей килограмм. Угу. Авокадо жесткий. Хорошие. Авокадо жесткий. Да, пожестче они, ничего не хорошее. Хорошей вам торговли. Вот такие вот огурчики подмуренные по 70 рублей. Картошка по 60 рублей. Помидоров хорошие. Помидоры по 230. Цветная по 130. Ой, помидоры как пахнут хорошо. Ой, а мы молодую картошку вчера с мамой купили. Азербайджан. А в какую она цену? 200. А мы купили в Назимцево за 180. Мы поспешили, но ничего. А ты почем клубнику купила? По 500. А, уже по 400. Так, огурчики по 150, помидоры 220. Ну, будем считать, что наша хорошая, а не сладкая. Белла розок. А картошка в какую цену, девушка? Пока 70 рублей. А капуста белокочанная? А, вот это тоже 100. 100 рублей, капуста 200. 100. Все понятно, ничего страшного. Ну да, он лишний.
400, но она, видишь, какая заморенная. Каринка за 500 купила. При входе, а тут по 400. Это находит себя уже уговаривать. Редиска 150, огурцы 180. 180 такие красивые, наверное, это эстафета. А там по 120. Там по 350. Клубника? Ну, при входе не надо покупать. Надо сначала зайти, обсмотреть, а потом покупать. Пошли дальше. Я уже не хочу здесь ходить. Меня все не любят. Так, помидоры по 200. Которые помельче по 200, покрупнее по 220. А капуста везде по 100. Да, конечно, везде. Я и думала, что это клубника везде. Кабачки по 160. Перец. Почему болгарский перец такой дорогой? 450 рублей. Я его ненавижу, зеленый. А я наоборот зеленый люблю. Пекинская капуста по 150 рублей. Красный болгарский перец по 350. У нас в Иноземцево по 380. Вот эта вот капуста молодая, наверное, по 150 рублей. Я, знаешь, я хочу сухую аджику. А. Так, специи. Харчо. Паприка по 100 рублей специи. Вот харчо по 40 рублей. Паприка, хлопья по 100 рублей. Мы в Грузии покупали очень вкусную приправу. Аджика называется. Мне потом взять покупал на верхнем рынке. Вот у нас тут, ну, чуть-чуть не такая, но все равно хочу. Где? Это все ингредиенты, которые идут на аджику? Нет, а та не такая была. Та была вот больше, как хлопьями. Ну, это разные помол. Как это все пахнет. Это боже мой, это для баранины. Обсыпка нежная. Ну, та, которую мы привозили из Грузии, она больше выглядела вот так, нежели чем вот так. Не, ну ты какую хочешь. С ума. Короче, по 40 рублей у нас вся приправа, кроме вот паприка по 100 рублей и острый перец по 100 рублей. Пойдем дальше. Ой, гранатовый сок. Будешь сок? Соки будете, девочки? Нет. Сладкие, хорошие соки. Нет. Почему? Давай возьмем. У тебя желудок будет. А у меня тоже желудок. Я очень хороший. Спасибо. Да, да. Нельзя. А это что такое? В смысле что? А что это за фрукт? А, апельсин с гранатой? Нифига. Какую цену? 200. 200 рублей? Первый раз вижу такой гибрид. Апельсин с гранатой. А у него своего названия нет? Гранелла или гранделла? А, да? Первый раз. Я думала, сливы сдалека. Сливы тоже. Редиска по 170. Помидоры, вот средняя цена 200-210, и 190. И вот такие же розовые. Хорошие. Это не сыры, сыры с другого. Мы хотим к сырам пробраться. А в какую цену чеснок? 100 рублей пучок. Огурцы кисловодские по 100 рублей. Они такие малюсенькие. Спалец. Эстафета по 120 рублей. Как я и не знала, тебе там одна написала эстафета по 100 рублей. Синенки по 130, баклажаны. Цветная капуста по 100 рублей. А тут клубнику не спрашиваешь, поскольку... Мы уже взяли, спасибо. Сейчас пойдем вернем, вашу возьмем. Так, гранатовый сок. Один стакан, 250 рублей. А, одна бутылочка. Гранат можно заказывать вот по этому номеру, кому надо, если вдруг. Да ладно, у нас арбузы есть. А давай, детям, мы голубику возьмем, Карин. Они у нас голубику любят. Давай. А в какую цену голубика? Алина, почем голубика, Алина?
килограмм 20. А стаканчик сколько? А не стаканчик, а вот эту можно? Какой? Вот такую. И еще одну. А, вот два, да? Да. У нас Лолиточка любит, да, и Людмилка тоже любит голубику. Помнишь, Ромка им сколько покупал в Грузии? В Грузии мы покупали килограмм, по-моему, за 100 рублей. А сливы в какую цену? А вы не торгуете, да? Торгую. А, Алина, слива почем? И черная, и красная? Черная, она чуть-чуть мягенькая, могу по 200 отдать. А красная? Хорошая, твердая, по 400. А виноград в какую цену? 200 рублей такой, 350 такой, 400 такой. А кишмиш? Кишмиш 350, тот кишмиш могу по 150. Угу, спасибо. Что-то хотели, девушка? Пошли отсюда, я нервничаю. Да ладно, 100 рублей за клубнику переплатила. Не 100, я уже взяла ее по 350. А ваша? В какой цену клубника? 500, а, вот, успокойся. Да. А, еще манго. Лидка у нас и к манго. Есть бразильская, есть еще тайская девочка. А вот это в какой цену? 200 рублей штука. Она прям спелая, хорошая. Медовая. Да, Лолитка любит у нас манго. Карин, выбери. Тут она как будто... Она уже мягкая, уже готовая, да? Созревшая, да. А сколько манго? 200 рублей. Да. Спасибо большое. Спасибо. Удачной торговли. Спасибо. Вот цены на яблочки. По 100 рублей. И семеринка, и Джонатан, это или как называется? И голден. По 100 рублей все. Красивый у нас рынок, такая выкладка красивая. А где лук висит? А, ну фиолетовый. Помидорки по 200 рублей. Смотри, в разрезе какие. Лимон, может, лимон и маме возьмем? А по-моему нет. По-моему, я вот пекла лимонный пирог. Ты все, короче, извела. Ну два давай возьмем. 15 там такие мягенькие. А давай 4 возьмем. Это сколько 60. Будет? 60 рублей. А кто лимоны продает? Тут нету продавца, может. Тут где есть продавец? Да вот мужчина, наверное. 4 лимона. А если еще мы возьмем 2, это будет 90 рублей, да? Давайте мы еще 2 возьмем. А если мы возьмем 3, то 5 рублей уступит. Что ты делаешь? Да. Ну, 3 давай. Надо. Каринка, считай, голодца нет. Не, ну чтоб с мелочи не таскаться. Зеленый. Внутри нормально. Ну, спасибо большое. Удачной торговли. А черемша в какую цену? 200 рублей. А откуда черемша? Местная? Местная? Я вон еще откапывала, как будто черемша. Давай перейди. Я думала, Бамутская. Ну, Бамутская, да. А Бамутская это не местная. Не, я думал, откуда-то. Думали, откуда-то за вас. А это что такое? Курмузюк. Курмузюк это? Да. А это, он говорю, не местный. Так выглядит. Это не курмузюк. Это курмузюк. Мужчина, наверное, не местный. Что-то он нам наговорил не то, что надо. Слушай, я вам же кушать
Пойдем где-нибудь сейчас чай попьем. Ой, вот этот мед последний, мама такой вкусный купила. Пожалуйста, убирайте медик с нашей базы. А это не Таня продает мед? Вика. А, Вика? Да. Я знаю, про какую Таня говорит. Это моя тетя. Да? Мама у твоей тети покупает мед. У нее самый вкусный. Все? Карина купила дорогую клубнику, расстроилась. Да нет, все нормально. Я компенсировала такими рублями с него. А, не говори. Ой, а тут какая красота, восточная холма. И крутится так все. Это и на десерты, без сахара. А в какую цену? Вот эти? Да. Эти 200 рублей, смотрите, можете почитать состав. Есть такие большие, они 500 рублей. Это местные? Пятигорск наш производит, да? Это Кисловодск и еще ручной работает. Ничего себе. Это именно ручная работа. А вот это вот что это за красиво? 800 рублей килограмм. Манго и клубника. Это из фруктов, да, холма? Да. Красиво, ничего себе, молодцы летом наши. Летом мы сами делаем, это из сухофруктов по стеле. Ну, такие вот маффиники, чешские, чертурага. Это пятигорские, пятигорские делают. Смотри, по 200 рублей наборчик. Спасибо большое. Ну, все, такой небольшой обзор верхнего рынка. Чаи, как пахнет. Тут музыка, мы отсюда убегаем. Чаи у нас по 230 рублей. Фруктовые, цветочные, любые. Я такие не люблю. А я вот в последнее время, наоборот, на такие подсел. И Лолита с детства. Здравствуйте, девушка. Мы так и не нашли. Просто гуляем. А не подскажете, где здесь сыр? Внизу под нами. Вот видите, направо или вниз направо. Прямо под нами. Первый этаж под нами. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Удачной торговли. Какие вежливые, приятно. Так, мы идем к сырам. Галетки вот надо купить. Люди. А вот классическое галетное печенье есть? Классическое, вот такое вода. Нет, а давай вот и вот такие возьмем, или? Ну, давай. Угу. Какую цену? 50 килограмм, это у нас на 220 рублей. 220. А это сладкое, да, печенье? Это ну, это 20, не галетка. 220. Штуки есть 20 рублей? Нету. Нас провожают на рынок. Специально приготовлено. Мы вроде как местные. Это красная, да, хорошая? Нет, это матрюшка называется. Матрюшка? А какого она цвета? Она белая. Белая? А вот посмотри на внешний вид, баргустанская. А, баргустанская. Там, да, там да, одна да, женщина у нас и продают в рынке. Ни у кого нету матрюшки. Не, баргустанскую я знаю, марку, эту картошку, а то, что она... А матрюшка это лучше всего. Запоминайте, вот матрешка, картошка. Вам сыры нужны или что? Да. Вот вам заходите и идете выбираете. Угу. Давайте, спасибо большое. Я сюда. Угу. Спасибо. До свидания. Так, а тут сырный рай. Маздам 850. Пармезан белорусский 950. Российский 530. А вот это, которое наше производство сырого? Ну, я пока... Чана. Вон там копченые сыры. А вот тут тоже красивые. Подсказать? Это армянские сыры. Армянские есть, грузинские есть. А этот овечий в какую цену? 1200 килограмм. А брынза? Они все по 1200. А Жингаловград какой цены? А? Жингаловград. 150. Давай купим. Да. Они хорошие, свежие. Два, дайте. Это два. Домашние или как? Домашние. Да. А фабричного? Это да, тебе это. Нет, ну есть, знаете, как с любовью дома пекут, а есть так, на продукт. Ну она хорошая.
Мне кажется, что она с любовью все это делает. Хорошо. Каждое утро мы сами кушаем эту пиццу. Это наши армянские лепешки. Что еще, девочки? Только это? Пока да. Здесь копчености. Тут без цен. Как цену узнать? Тут и продавца нет. А в какую цену филе индейки? А, там. А можно цену узнать? Филе индейки. 500 рублей, а буженина свиная? 700. Брынза 270. Черный принц 750. Даванский 740. Тут копченые сыры. 1700 килограмм. Смотрите, какие красивые. Красивые. Адыгейский по 900. Да? Дай понять. Желобак тоже. Вот копченый сыр. Я любой сыр люблю, кроме копченого. Копченый сыр. А вот он меня так манит. Давай возьмем. А суджук в какую цену? 300 рублей. Они свежащие. А конская колбаса? 400 рублей. Нет, конская сделана. Конская большая, это тоже конская. А вот это вот мясо, это... Надо пробовать. Моя. Не, пробовать я не буду, я мясо не очень люблю, я просто хочу цену узнать. Это суджук, да? Это суджук, да. А в какой цене? 1800. А это просто сушеное мясо, да? Нет, это вяленое мясо, 2000. Мраморная говядина. Мраморная говядина, 2000 килограмм. 2500 рублей. А, 2500. Угу. Все, мы чуть-чуть с Кариной походили и хотим чай с чем-нибудь вкусненьким. Сейчас кухни мира. Может, со второго раза нам кухни мира зайдут? Потому что все хвалят кухни мира, а мне что-то не понравилось. И куда? Мне опять тут не очень нравится. Так, давай иди сюда. А с чем у вас лепешки? С картошкой, с сыром есть? А, вот тут есть. А это чаи. Ничего, Карин, есть лепешки с картошкой, с сыром? С картошкой, с сыром и зеленью. Ну, это чудо, да? Давай возьмем. Я хочу... А, тут есть и с тыквой. Я буду с тыквой. А ты возьми вон с творогом и зеленью есть. Мы заказали чуду, я заказала с тыквой, Карина заказала с творогом. Нам дали вот такой номерок. Запиши, когда будет наш заказ готов. Два чуду и два чая, 380 рублей. Недорого, сейчас посмотрим, вкусно. Соки делают гранатовые. Че, нравится? Нет, шумно для меня. Суетливо. Это все, вот как это называется, какой-то сели да поели. Не, ну по-любому на рынке ходишь, если придешь затариваться, перекусить. Ну не так, чтобы вот с девочками посидеть, например. Вот нам с тобой просто когда хочется пообщаться, тут ну да.
Это вот действительно. Не, ну мы попробовать. Все равно же надо. Будет вкусно, при тебе свежее готовят. Мне кажется, будет вкусно. Хотела поснимать, как девочка готовит. Она попросила, говорит, меня не снимайте. Я говорю, я буду только руки снимать. Она говорит, ну нет, пожалуйста, не снимайте. Я говорю, пожалуйста. Много у нас отдыхающих уже, да. А какие у нас все люди приветливые, да? Да. Провели сыр, показали где. Спросили внизу у женщин, они приправами торговали, где сыры. Нас бабуля провела. Здесь спросили, где кухня мира. Мы с тобой как не месты. Слушай, у всех уже пищит заказ. Наш что-то молчит. Здесь прям с детками отдыхают, с семьями. Мы уже кушать хотим. Что ты такая серьезная? Я кушать уже хочу. Вот приезжих сразу видно, да, Карин? Еще вроде как сезон не начался, а уже очень много отдыхать, да, приехали к нам. А, еще хочу сказать такую новость. В Пятигорске будут устанавливать фонтанчики с минеральной водой. Да, пока только 4 фонтанчика установят, потом, ну так написали, да, у нас есть и понравится, короче, будем понравится. Работать, конечно, понравится, да. Не, ну хорошая идея, очень. А, в Армении пурпулаки на каждом шагу, а у нас скоро будет с минеральной водой. Ну супер, да, молодцы. Да, молодцы. А мы все ждем, мы уже минут 15, да, сидим? Да нет, тебе это минута час. Что-то наша пищалка не пищит. Кто-нибудь пройдет с такой штукой, пищит, я сразу проверяю. Может, это моя? Долго, мы уже минут 10 сидим. Но они просто на месте сразу выпекают, из-за этого надо подождать. Может, это и не так долго, просто мы кушать хотим. Девчонки наши в парк поехали отдыхать, гулять. Я уже думаю, может, наша не работает. О, запищала. Я уже думала, она не работает. Я не знаю. Давай все поделим. Не, я только с тыквой буду. Я с мясом точно не буду. Такая суровая девушка какая-то. Не улыбается, да? Да. Меня попросили тоже не снимать. Карина говорит, такая девушка суровая. Я взяла родную себе. А нам что? 3 положили. А. Так, мы что, будем пробовать? Я бы, конечно, руками завернула, но у меня руки... У меня нет влажных салфеток с собой. Масла много, да? Немного, в самый раз. Мне масла немного. Чай нам готовят. Пластмассовым ножом, конечно, пилить не айс. Ой, а горячий? Горячий, вкусный, да. Тесто пресное. Тыква сладкая. А у тебя точно, да, тыква? Да, с тыквой. Перца не хватает. Нам приятного аппетита. Можно попросить у девчонок что-нибудь, перца не дадут. У меня с тыквой, у Карины с творогом и с мясом. Чай наш готов. Такой чайник. Как будто мы не в Пятигорске, а на каком-то восточном базаре, да? Чуду восточный. И щекарь цветной. Это, наверное, цукаты, да? Или это сахар крашеный? Ну, я думаю, цукаты. Нет, это... Это желе. Вот единственное, я не люблю чай пить вот с таких стаканчиков. Мне вообще неудобно. Как восточная еда, и Аладдин. Да, какой. И суета такая тут.
километров. За 5 минут мы переместились из этого европейского Петербурга. Оксану встретили. Сыночек ее красивый, Рома. Блинчики, да, тут вкусные? Мы просто не знали, мы тут ходили. Это наша подружка. Мы так к ней, в принципе, и зашли поздороваться. А которые блинчики, да, выпекает? Че, симпатичная девочка? Нет, моя подружка. А, твоя подружка. Нет, естественно, не его. Что значит, я знаю, что у него девочка есть в школе? Но она еще не работает, слава богу. Ну, может, маме помогает что-то. Ладно, пойдем, не будем. Давайте, счастливо. Давайте.